23 августа на юге Кузбасса ожидается облачная погода. Возможны слабые геомагнитные возмущения. В Прокопьевске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, плюс 18. В Осинниках ночью плюс 5, плюс 7, днем 15-17 градусов выше 0. В Мысках ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 15, плюс 17. В Междуреченске ночью плюс 5, плюс 7, днем до 16 градусов тепла. В Шерегеше ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 15. В Новокузнецке во вторник будет облачно с прояснениями. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем 16-18 градусов выше 0.